Здравия желаю. Итак, сегодня пробуем зарядить, то есть производим первую пробную зарядку, зарядить без трат энергии, то есть на обратной энергии на реактиве, зарядить ионисторы. Сейчас уже зарядка идет, но скорость прохождения зарядов гораздо, как говорится, меньше. То есть уже идет, вот они, ионисторы заряжаются. Уже идет 50 минут, то есть прошло. По идее, они за 5 минут, за 10 максимум заряжаются. Сейчас вот глянем, какое напряжение они успели набрать. Так. Сейчас пока набрали, где-то за 50 минут, 9, сейчас вам скажу, 9,72, то есть 9,72 вольта, но без траты энергии. То есть вот счетчик вот стоит. Вот сейчас он выключен, видите? Включаем на зарядку. Включаем. А теперь выключаем. То есть, а теперь ждем, что обратный ток вернется в сеть. То есть сеть получит сдачу, так как при зарядке и также при работе моторов, при горении лампочки КПД значительно выше единицы, и поэтому обратный ток идет. Вот. Но если мы, как говорится, это самое, мы его не можем получить, обратный ток, когда он дается, допустим, на счетчик или там на батарейки питаем, или с ионисторов. Почему? Потому что у нас встречный ток и обратный, они встречаются, то есть на основании этого происходит их встреча и выделение энергии, то есть наоборот, при таком случае увеличится потребление энергии. Вот. А если мы отключаем, то у нас получается, что энергия возвращается, но период возврата пока медленный. То есть надо работать над этим, чтобы период возврата был. Допустим, работает система 10 секунд. Период возврата это где-то в 5 раз больше. 30-50 секунд. 4-5 раз. Смотря как еще. А когда прибор, допустим, вначале, когда прибор маломощный, вот ионисторы-то мощные, они как бы не мощные, но они сразу берут большой ток. Когда прибор маломощный, вот как показывал в первом варианте с двигателем, то там просто, как говорится, затрат нет, она вперед-назад сразу возвращается, потому что мощь малая. Вот. То есть продолжаем зарядку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ставим. То есть у нас сместилось, видите, сместилось от зарядки, сместилось отсюда, с риски, сместилось сюда. Мы сейчас будем ждать, вот высчитывать. Раз. То есть где-то 10-15 секунд число, а назад будет идти минуту там, а то и полторы. Но вот сейчас быстрее даже идет. Вот это 30-40 секунд вот она назад пошла. То есть когда она уже зарядилась, там ионистор уже до 10, там уже большой ток, и тоже тогда, видите, возврат. То есть тут еще это надо изучать, в зависимости от периода всего. То есть сейчас проводим первую пробную зарядку, как говорится. Вот. Первая пробная зарядка.
То есть надо зарядить некоторые. А дальше надо что? Пробуем батарейку вот тут зарядить. То есть заряжать можно, не тратить энергию, но пока в чем проблема? Проблема в низкой скорости зарядки. То есть зарядка занимает в 5-6 раз больше времени, но не тратится энергия, но времени в 5-6 раз больше. Вот над этим вопросом надо и поработать, чтобы это все, как говорится, и по времени было, совпадало с тем временем, который дает прямая зарядка. Не через... А это зарядник у нас, как я показывал, это специально оборудован. То есть подобраны конденсаторы, диоды. То есть это не каждая эта фигня будет так заряжать. Понимаете, то есть тут надо было подбирать как говорится, не все сразу. Долго и упорно подбирать-то все. Вот он у нас встал на центр. Сейчас опять включаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. И еще раз ждем. То есть ток поступил, порция тока на ионисторы через зарядник. Так как зарядник обладает там кондёры у него, то есть он запасает много энергии обратной. Эта вся энергия отдается, когда сеть обрубаешь, отдается обратно в сеть. Также она вот, это пока на сети. Но на сети я это временно пробую. Это счетчик. Вот этот счетчик не касается в сеть в общую. То есть если кто там скажет, что ты там со счетчиком химическим, это нет. Это у меня отдельный счетчик для опытов. И сеть отдельная, вот провод. То есть проведена отдельно, не касаясь всей этой. То есть чтобы мне претензии не предъявляли там. А вообще-то далее будем делать то, чтобы вообще убрать от сети. То есть это будет батарейка вот одна есть. Вот с одной батарейкой можно делать. То есть ее заряжать, разряжать через нее все. Вот. Ну, сейчас возвращается в исходное у нас. То есть возврат только произошел. Вот. Сейчас пока, значит, я проверю еще сколько, значит, зарядилось всего на мониторе. Почти 10 вольт, 9,90. Сейчас пока можно отключим. И когда уже будет в конце, чтобы, ну, это вы поняли процесс. То есть ток вперед, допустим, 5-10 секунд включаем ток, а потом он возвращается назад, но уже время его, если 5 секунд, то за 25 секунд, если 10, то за 50 секунд назад, или за 40. Вот сейчас гораздо быстрее уже. Ну, то есть, зависит еще, какая там, значит, мощность, сколько там заряда, в общем, это все это надо еще, все это, как говорится, в сыром виде. Сейчас пока прекращаем репортаж и продолжу еще, когда будет уже где-то ближе уже, ну, к полной зарядке, к 12. Потому что это все уже понятно вам, бессмысленно это показывать одно и то же.